Еду с магазина чистых прудов. Вот решил заехать, чтобы орлик покушал маленько. Так вот, вот тут в магазине коробку берем. Так вот я еду. Где-то примерно около 5 километров до переезда. Вот сейчас он траву ест, потому что надо, чтобы маленько подпитался. Остановился здесь. Место какое-то интересное. Я не думал, что здесь дом есть. Оказывается, здесь дом есть. Сейчас пока он ходит. Орлик, далеко не уходи. Не уходи далеко, орлик. Я сейчас приду. Вот тут место есть. Приду. Просто увидел, что здесь фундамент есть. Дом. Немецкий дом. Вот такие места. Вот видно, что копали черные копатели. Вот ямки эти. Однозначно они тут ходят с металлоискателями. Нарыли. Это банка старая. Вот развалины дома. Дом здесь был. Там он кирпич лежит немецкий. И кирпичи лежат. Вон они. Что-то кирпичное было здесь. Вот все тут заросло уже. Какие-то строения были. Зайцы бегал уже. Следы зайцев, зайцев. Снег сегодня тает, вчера, вернее, сегодня ночью, ночь была, было минус 7. Вот он, остался. Тут наверняка тоже что-то было построено. Такое возвышение, и осины растут. Да, это осины, осины растут. И очень что-то много спилено на осин здесь, кто пилил, непонятно. Браконьеры пилят. Пилят и увозят. На столбике, наверное. Камни тоже пытались утащить. Натащили. Да, здесь вот поля уже фермеров местных. С той стороны там тоже. Это поле здесь. Что-то посажено зимой какие-то. Следы тут такие. Непонятно. Такие большие. Вот. Вот это вот след. Скорее всего, косуля бегала здесь. Косуля. Точно. Косуля ходит. Скорее всего, здесь вообще что-то и дальше было. Возможно, какой-нибудь сад. Какой-нибудь постройки где-то в угольке. Вот такие дела. Вкусная трава, да, Рубик? Шняшка. Хорошая, большая трава. Все вместе. Ну все. Заканчиваем. Репортаж маленький. Сегодня должен быть дождь пойти, он же капает потихонечку. Вот юго-восток. Вот так юг, за мной север. Дальше сюда запад, вот так восток. Это Нестеровский район.